28 июня в зале администрации прошло заседание Совета по развитию предпринимательства. Представители районной власти, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели рассмотрели возможные меры поддержки бизнеса. В новых экономических условиях российские коммерсанты столкнулись с последствиями санкций. На Кубани работает фонд микрофинансирования. Предприятия могут получить займ от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на выгодных условиях для развития бизнеса. В условиях санкций важно стимулировать местных производителей. Подробно о конкурсе «Сделано на Кубани» рассказал директор Центра развития торговли Евгений Пасечник. Производители представляют свой товар на суд экспертной комиссии. Комиссия путем целого комплекса мероприятий принимает решение уже о том, присуждать знак качества или не присуждать тому или иному товару. Для каждого из нас знак – это некий такой символ, яркий, убедительный символ того, что те продукты питания, те товары, которые мы видим с вами на полках в розничных сетях, в магазинах, они являются качественными, безопасными. В ходе заседания предприниматели могли задать докладчикам волнующих вопросы. Обсудили сотрудничество с федеральными сетями и развитие продаж в регионе. В результате получился конструктивный диалог.